Ушли мужчины, действия которых были примером для подражания. Ушли те, кто запрещали порицаемое. О мой брат, поистине среди людей есть скот в образе мужчины, который слышит и видит, и он хорошо соображает, когда проблемы с его богатством. Но когда проблемы с его религией, он даже не чувствует. Знаю, мой брат, что смерть в наши дни – почесть для каждого муслима, который встретит Аллаха, будучи на сунне. Истинно, Аллаху мы принадлежим, и к Нему мы возвращаемся. Лишь Аллаху мы жалуемся на наше одиночество и уход из жизни братьев, и малое число помощников, и победу новшеств. Лишь Аллаху мы жалуемся на серьезность того, что произошло в этой умме, когда ушли ученые Ахли Сунна и одержали верх новшества, и теперь живем мы в очень трудные времена и великой смуте. Истинно, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опасался за нас того, что заблудило нас, и того, что случилось среди нас, и предостерегал нас от этого, и говорил нам касательно этого посредством слов Абу Хурайры, который сказал: «Сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, к вам придут фитны, подобные темной ночи. Будет просыпаться человек верующим, а засыпать кафиром, и засыпать верующим, а встречат утро кафиром. Будут продавать люди свою религию за кусок из этой дунии». قدمت للرحمن